Да прибудет с вами бог машины и не заржавеют ваши механизмы. С вами Юга и это Евробудова Челлендж. Что это такое? Я сейчас вам постараюсь объяснить, очень кратко и довольно-таки понятно. Не так давно я уже миллион раз вам говорил, что я действительно устал от БДО, того, которого я уже... к которому за 2 с лишним года привык. Почти за 3 года даже. Почему уже за 2, за 3? И мне хотелось чего-то нового. Нового класса в Black Desert не выходят. Сервер для меня уже знаком. Ру-сервер. И я побывал и на фришке, и на pay-to-play, и снова на фришке. И все как-то лично для меня почему-то приелось. Ну вот, приелось настолько, что мне не хотелось заходить в игру. И любое упоминание о том, чтобы зайти на свой визард, мне вызывало какое-то нечеше уныние. Хотя я безумно люблю эту игру, и расставаться мне с ней действительно очень тяжело. Поэтому я отдохнул недельку. Недавно был в отпуске таком, как говорится, вынужденном. И посидел, подумал, как бы разнообразить, соответственно, эфир. Я понял, что... если ты хочешь что-то изменить в себе, нужно действительно, пойти полностью от обратного. Я сменил сервер, я сменил класс, играю сейчас я за воина. Почему? Потому что я хочу увидеть сейчас игру, как видят ее люди, пришедшие в нее вот буквально в данный момент. Я начинал буду играть скорее, я прекрасно видел, как этот проект развивается, каким он был сложным, очень-очень тяжелым для... новичков, и сейчас, как уже ветеран этого проекта, я могу смело вступить на путь новичка спустя 3 года, только на новом сервере, в новом регионе, и, соответственно, за класса, который полностью противоположен моему любимому классу волшебника. Это милишник, воин. Почему именно он? Да не, это бессмысленный вопрос, на самом деле. Просто это единственное, что противоположно моему классу волшебник. Воин-волшебник, понимаете, да? Две противоположности. Ниндзя, не страйкер, имбовый. Просто воин. Классический первый класс в игре. Вот, собственно, и все. Никаких таких выдумываний, что это что-то там значит, нет. Это просто моя противоположность тому. Это сервер Европа, это воин. Все. То есть остановимся на этом. Кого-либо звать с собой играть, я, честно говоря, не особо... не то, что не хочу. Я никого там... нет у меня реферальных ссылок. У меня нету ничего такого, что я там заработаю какие-то деньги с этого. Там это новая рекламная кампания. Нет, ребят. Сейчас у нас на данный момент, вот на второй день, у нас в компании нашей в Твичапе, ну, это наша разговорная связь, собралось человек 9. Ну вот мы потихонечку, соответственно, также люди, которые уже играли в БДО до этого на РУ, вот заново видим проект. Нам весело, нам интересно. Если хотите с нами, пожалуйста, адрес моего твича всегда под стримом. Если вам нужен гайд, соответственно, как купить аккаунт или прочее, также можете прийти на стрим и спросить меня. Читать отдельных роликов, поэтому записывать я не вижу смысла, там все гораздо очень просто. Там 2-3 действия, которые нужно совершить, и особо не париться, играя на евро. Поверьте, то есть, это очень просто. Вот, теперь вопросы, такой небольшой, которые вы хотите еще задать. И, Юга, а ты же говорил, что играть в БДО не будешь. Чувак, ты с какого года? С какого двора, с какого района? Если ты еще вспомнишь мое старое видео про геймнет, и ты его до сих пор не понял, я думаю, тебе немножечко нужно подучить матчасть. Следующий. Юга, ты уйдешь с ру сервера? Нет, я останусь там, персонаж будет там, я ничего не продаю. Если будут какие-то изменения, я, в принципе, также могу смело на ру ворваться в ту или иную, так сказать, не знаю, среду, которая мне будет интересна, если там на ру будут что-то водиться. Почему не Корея? Потому что большой пинг. К сожалению, я со всеми программами на Корее смог себе сделать пинг 260 последним стримом. И это на Корее гораздо в этом плане тяжеловато. На Корее, поэтому на Корее как бы вообще полностью отпросится PvP элемент. Этого мне не хотелось. Какой пинг на евро? У меня 60 до 75 нагруженных городов. Оптимизация на евро лучше, чем на ру? По факту, да, намного лучше.
Я не знаю, с чем это связано, я наблюдал за этим давно, я на Евро играю не впервые, аккаунты у меня были, но это не мои аккаунты, сейчас я полностью свой купил, то есть аккаунт, то есть это вот конкретно мой, я брал у друзей, это вот конкретно мой. Я сейчас были, на выходных, я знаю, проходят акции на Евро, клиент, ну точнее, доступ там идет buy to play, ты покупаешь, плюс ко всему, ну, дополнительно идут какие-то плюшки, там, типа кота и месячного премиум. Все это обошлось мне в $15. Очень важно, если будете покупать, выставляйте регион USA, чтобы купить за $15, а не за 15 евро. Пометочка. А как долго тебе хватит на этот челлендж? Без понятия. Ну, зависит будет от зрителей, от интереса к этому проекту. И насколько нас хватит, это уже от вас, мои дорогие, будет зависеть. Где будут проходить стримы? Twitch, Туб, ВКонтакте. Где лучше всего смотреть стримы? Twitch. Там вас я всегда буду рад видеть. Будут ли какие-то, не знаю, ивенты на Евро? Со всеми, кто захочет встретиться на Евро, соответственно, буду рад увидеться где-то на локациях, с вами пообщаться, повидаться. Что еще? Да, в принципе, я думаю, все, что какие-то вопросы у вас еще будут, ну, возникать, я думаю, вы зададите их на стриме, придя. И добро пожаловать на Евро БДО Челлендж от Юга Шоу. Всего вам доброго и до связи. Пока-пока.